разного рода версии исхода этих переговоров. Как известно, выступил, не дождавшись еще прибытия государственного секретаря в Соединенные Штаты, и президент США, господин Картер. Много слухов не отвечают положению вещей. Более того, некоторые извращают действительное положение. И поэтому с нашей стороны есть необходимость в соответствующих заявлениях, разъяснениях, уточнениях, что мы и постараемся сделать.